Всем привет! Скучали за мышками? Так, свет, да будет свет. Сейчас мы наблюдаем Кая. Сейчас я провожу уборку и перетасовку мышей. Кай и Рыжуля... Домик уберу. Кай и Рыжуля жили здесь вдвоем. Сейчас я к ним подселяю точечку и пятнышко. Кай пока очень нервный мальчик. Вообще он кусючий. Кусючий в плане, что я не могу его в руки взять даже. Сейчас он разнервничался из-за точечки и пятнышки и нападает даже на Рыжулю. Бабушка Рыжуля... Бабушку Рыжулю фиг прокусишь, конечно. Ну, все нормально. Мышиные разборки, они, в общем-то, всегда бескровные. Поэтому ничего страшного. Нервы, конечно, мышки чуть-чуть попортят. Кстати, смотрите, у нее есть черные пятнышки, у нее просвещаются на шерсти. Черные шерстинки. Это странно, я как-то раньше их не замечала. У Рыжули появилась опухоль. Вот, маленькая опухоль за горошинку. Ну, вот здесь, вот я думаю, вы уже увидели, да? В принципе, Рыжуле уже 2 года и 3 месяца, уже достаточно старая мышь. Кай, угомонись! Если я возьму его в руки, боюсь, что я буду покусанная. Иди сюда, пятнышко. Нет, это точечка. Это у нас точечка. Да что ж такое-то? Мыши. У точечки все хорошо. Да, меня немножко обгадили, но ничего страшного. Точечка, помните, была у нас умирающая летом, вообще плохо выглядела. Сейчас выглядит прекрасно. Какашки у мышей сейчас светлые и жидковатые. Это нормально, это из-за стресса. Ничего как бы страшного не происходит. Никаких паразитов нет, просто стресс. В общем, Рыжуля стабильно толстая, и это радует на самом деле. Я вам что хочу сказать, у меня ни одна мышь не умерла от ожирения. Ну вот по поводу половинки у меня плохие новости. Половинка и медок у меня жили до этого вместе. Они так и будут жить вместе, потому что половинка, похоже, умирает, и лишний стресс ей не нужен. Поэтому она остается с медком. Будут они жить вдвоем, а те у нас будут жить вчетвером. Половинка была самая толстая мышь, она весила, по-моему, даже более 60 грамм, сейчас она весит 35, и худеть она начала буквально неделю назад, то есть у нее что-то стремительно происходит, возможно, какая-то агрессивная форма рака, никаких опухолей нет, но, ну, в общем, что-то очень нехорошее внутри у нее происходит, потому что мышь кушает, но мышь очень быстро худеет. И выглядит, конечно, она плохо. Шерсть стала реже, кожа стала сухой, морщится. Ну, как бы самый страшный показатель, что она очень-очень стремительно худеет. Медок и половинка будут посажены вниз, а эти четверо будут посажены наверх. Потому что вы видите, как Кай реагирует даже на девочек. Сейчас у него просто стресс. Мальчик в стрессе. Мальчик истеричка. Он жил с Рыжулей в аквариуме, а в верхней части этого вот построения жили все остальные. Но так как Кай молодой, и как он наконец-то вырос до тех размеров, что он, по идее, не должен пролезать через решетку, мы это, конечно, проверим, но я думаю, что все, как бы вот тоже, почему я положила сюда точечку и пятнышку, уже видно, что он почти такой же, как они. Ну, в общем, он пролезть не должен. И поэтому этих четверых я посажу наверх, наверху больше места. А Медок и Рыжуля будут жить внизу, с колесом, конечно. Совместить эту всю конструкцию я не могу, пока у меня два мальчика живы. То есть вот у половинки тоже стресс, тоже понос.
До этого все было нормально, точно. Медок с Каем могут подраться на смерть. То есть мальчики, конечно, мыши дерутся на смерть. Поэтому пока конструкцию я объединить не могу. Только когда умрет Медок, ну это рано или поздно произойдет, Медок все-таки пожилой уже мальчик, а Кай молодой, поэтому когда-то Кай останется у нас один все-таки. И тогда у этой всей конструкции будет открыт доступ и вниз, и вверх, и уже все мыши смогут лазить везде. Кай пока будет жить со старыми мышами, со старыми девочками, которые не способны забеременеть. Пятнышко и Точечка жили с Ириской, Ириска это их сестра, Огоньком и Агатой. Огонек и Агата это две молодые девочки, и Агата, Пятнышко и Точечка, они очень сильно ругались по ночам. То есть вот то, что вы сейчас видите здесь, это происходило очень долго у девочек, среди девочек. То есть они также гоняли Агату. У меня сдали нервы, поэтому я решила оставить молодых девочек просто с Ириской. Ириска вообще нейтральная, очень спокойная мышь. А эти будут жить уже тогда с мальчиком. Ну, в общем, собираю конструкцию, видео продолжаю. Итак, смотрим, что мы имеем. Конечно, это все равно рискованно, что мальчик Кай сейчас будет жить вверху. Вдруг он таки будет пытаться вылезти, и вдруг он таки найдет ячейку, через которую он вылезет. Как бы это страшно, в принципе. Ну, кто не рискует, как говорится, тот не пьет шампанского. Домик поставлен на такую теплую тряпочку. Это рукав от кофты. Они также смогут залезать внутрь рукава, если вдруг захотят жить отдельно. Скажу еще, что драться они больше здесь так не будут, как вы видели в начале видео, внизу, как они дрались. Потому что внизу было все-таки пространство Кая и Рыжули, а Пятнышко и Точечка там были новые. Здесь все вымыто, запаха старого нет ничего. То есть тут как бы новая жизнь, новая иерархия. Понятно, что немножко попищат, немножко будут выяснять, кто... главный. Я так понимаю, что Кай все-таки будет главный, потому что он самый молодой и самец. Девочки обычно вообще не парятся, не выясняют отношения между собой. Мышки старые уже. 10 декабря мышкам будет 2 года. То есть получается, что у нас сейчас октябрь. Ему уже 1 год и 10 месяцев. Ну, а Рыжуля еще старше. Ей получается уже 2 года и 1 месяц. Рыжуля – мать семейства, бабушка Кая. Вот, девочки уже не могут забеременеть никак. У них не случаются течки. Поэтому здесь все уже будет более чем безопасно. Внизу Медочек с половинкой. Половинка только что бегала в колесе. Спортсменка наша. Медочек тоже уже видно, что старенький, конечно. Но все равно пристает к девочкам. Пристает к девочкам, дерется с Каем. Пока вот так здесь. Пойдемте посмотрим на молодых девочек еще. Молодых девочек, в общем-то, я показывала на стриме недавно. Так, это у нас... Огонек. Окраса Соболь. Сейчас она вылинивает немножко. И у нее такая полоса более темная осталась, опоясывающая. Как-то она немножко посветлела. Летом было темней. Посмотрим, что будет дальше. Агатушка. И Ириска. Я уже сама путаюсь в этих всех именах, в этих всех мышах. Бывает, приходится подумать, чтобы вспомнить, как кого зовут. Девочки втроем здесь будут жить тихо, мирно. Никто не выясняет отношения, не ругается. То есть, как бы я рассчитывала, что этот бокс будет нормальный для 5 мышей. Но
характером не сошлись, девочки. Так что приходится вот так вот перетасовывать мышей постоянно туда-сюда. Так, вода есть. Все, друзья, вот такое вот видео про мышей. Дальше будет видно, какие перестановки придется делать дальше. Что-то будем решать. Очень хочется, конечно, чтобы Агата и Огонек родили по одному разу, продолжили династию мышей, но это будет позже. Я думаю, что раньше там марта-апреля я сводить не буду. Потому что тяжелые сейчас времена, и, в общем, время покажет, как будет дальше. Хотелось бы, конечно, свести, но если не будет такой возможности, то не будет. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.